После сверхрезультативной игры в прошлом туре зритель был вправе ожидать продолжения банкета. Однако активнее начали встречу гости. До предела насытив центр поля, они смело шли вперед и создали немало проблем брянским защитникам. Именно за увлеченность атакой воронежцы и поплатились. На 16-й минуте Олег Шелютов вывел на ворота Рыченкова. И Андрей в ближнем бою уверенно переиграл воронежского вратаря. 1-0. Подобных эпизодов в матче было еще несколько, но довести такие выпады до результативного удара у хозяев раз за разом не получалось. Благо, в современном футболе есть и другие способы достижения желаемого результата. На 61-й минуте угловой у ворот «Факела» преобразовал в гол Евгений Шелютов. 2-0. Стало поспокойнее, и «динамовцы» соорудили сходу еще с полдесятка голевых моментов. Действующие лица были все те же – Панчук, Рыченков и братья Шелютовы. Однако до конца встречи счет так не изменился. 2-0 – очередной успех подопечных Дмитрия Ларина. Дмитрий Кузнецов при содействии пресс-службы футбольного клуба «Динамо». События. Брянск.